Everyday vlog. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Мы, как обычно, приехали. Да, наш батутный центр. Мы вас поздравляем всех с первым днем лета. Все ждали так его долго, этот первый день лета. Надеюсь, оно пролетит не незаметно. Долго-долго. Надеюсь, долго, оно будет идти долго-долго. Вы все сделаете все, что вы мечтали сделать этим летом. И отдохнете, и кайфанете, и у всех будет все прям позитив. Очень круто. Да. На весь год. А мы пошли сейчас прямо в батуты, и вы вместе с нами пойдете. Не, окно открыто. Ну это как всегда. Хорошо все, Павла, как бы не украдут машину, что никогда так не верно, да? Это вам не дом, где у вас там охрана. Сейчас прыгаем! Наконец-то. Уже долго, кстати, да, мы не ходили сюда, не прыгали. Но сейчас будем опять свои навык. Если там не дофига народу, потому что сегодня здесь очень много машин, и это что-то подозрительно. Ну, мы поздно приехали просто еще сегодня. Ну давай посмотрим. Там очередь на батуты, прикиньте. Мы не попрыгаем. Там просто жесть. Ребята, там просто очередь на батуты, дети, чтобы попрыгали. Сегодня, видимо, праздник какой-то в честь первого дня лета, и там огромная куча просто детей. Не попрыгаем, мы же тоже дети. В общем, мы переносим наш поход на потом. А сейчас мы поедем тогда, что у нас делать? А сейчас мне нужно будет забрать платье из магазина. Ну, мне просто нужно его укоротить именно под туфли. Так что сейчас поедем до туда. Но ты там ничего показывать не будешь, да? Нет. Да? Угу. Потому что она все хочет, типа там, знаете... Так потому что ты увидишь. Свадьбы. Ребятам бы показала, а тебе не могу. Ага. Я хочу, чтобы я такая вышла, и такая... Такого, наверное, не будет. Я вот этого жду. Что такая? Настя, ты такая красивая. Я тебя так люблю. Так грустно вообще. Надо было пораньше приехать, может, просто. Сам будто. Ну ничего страшного, завтра, я думаю, просто самого вообще. Завтра я не могу. Блин. Настя меня даже на этаж не пускает, где сейчас будет мерить свое платье с своими каблуками. Все, пока. Кидала вонючая. А вот и она. Все, с пакетом как у бомжа. Хотя мне, знаешь, какое сокровище? Моё. Ну, надо, кстати, знаешь, что купить? Папку эту. Настя рубашку постирала. Ну-ка, покажи. Села маленько. На улице у нас ужасная погода стала. У нас там штормовое предупреждение, так что если будет штормик, мы побежим на улицу показывать вам. Ага, как мы умрём. Ничего, зато контент интересный. Все ради вас. Будем делать сейчас свежевыжатый соль. Да, вчера купили наконец-то яблоки сами. Сами, даже сами сходили, купили. Да, они всякие соки. Сейчас попробуем из яблок и апельсинов или нет? Апельсины да. Надо тоже готовить. Давай то сделаем. Апельсины знают, шкуру снимать. Так, у нас было больше килограмма яблок. Где там пакет от них? 1,5 килограмма яблок. Которые дали из себя вот столечку сока. Тут вот это пена, а вот это вот вроде сок, вот отсюда. Это 100 миллилитров.
полутора килограмм. Капец. Сейчас посмотрим, сколько апельсинов дадут. Да. Ну, апельсинов должны побольше, я думаю, дать. Надеюсь. Может, они сока побольше? Ну, это может такие яблоки, сорт просто такой, да? Ну, да. Во сколько у нас апельсинов? И сейчас... Поехали. Вместе. Без пены, ну, почти без пены, получается... Нормально. Мы идем дальше. Получается, у нас сейчас три морковки. Три морковки. Столечко сока. Может, у нас только выжималка стрёмно? Я не знаю, как так получается. Теперь у нас есть морковный. Вкусный. Я чем-то раньше не любил морковный, сейчас хочу попробовать. Яблочный и апельсиновый. Нет, наоборот, яблочный и апельсиновый соки. Я думаю, что это будет вкусно. Да, Дед? Да, сейчас мы их просто смешаем и все. Ах ты, сотка! Ел. Ну тихо. Ну пожалуйста, ну я тебе просто в честь любви и солидарности молодежи дня праздника. Апельсиновый такой себе. Но ты не знала, что апельсиновый сок невкусный на самом деле? Нет. Из-за натуральных апельсинов когда? Да. Только вот сейчас знала. Вот я сейчас яблоко с апельсином посмешу. Яблоко, наверное, вкусное, да? Что, добавить или просто апельсин? Нет, я просто апельсин. Чисто апельсин, да? Угу. Ну, а кто-то не такой. У меня не апельсин. Ты апельсин у тебя? У меня не апельсин. Я апельсин вот сюда делала яблоко. Здесь было яблоко, а здесь был апельсин. А-а-а, это апельсин вкусный, яблоко невкусное. Она их на вкус не смогла отличить. Ё-пр-с-т-э. Это у меня сейчас на яблоко похоже. Как можно не отличить апельсин и яблоко на вкус? Я буду пить бурков. В общем, все, мы все попробовали, все вкусно, и вам советую даже пить такие соки, а не покупать газировки. В общем, не знаю, я так хочу уже бегом надеть это платье. Буду вам прям показывать так вот маленечко. Вот такое вот. Понятно? Я думаю, да? На самом деле ничего не понятно, я могу, знаете, что показать? Могу показать... Хотя я ничего вам не покажу. Потом все увидите. Ха! Вот еще. Купили вот свидетельство о заключении брака. И здесь у нас написано вообще, ну, про свадьбы, про юбилеи. 70 лет это как бы самое большое, когда живут люди. И называется благодатная свадьба. Я надеюсь, что мы с Пашей проживем больше 70 лет вместе. Знали ли вы, допустим, что если бы у Паши был брат, то знаете, кто бы он мне был? Деверь! Деверь, блин! Что за деверь? Я первый раз такое слышу. А если бы Паша была сестра, то она была бы мне золовка. Ну, золовка я слышала, это ладно. Но деверь я никогда не слышала. А если бы у меня был брат, то для Паши... Кстати, у меня есть брат. Паш, получается, мой брат тебе Шурин. Шурин. Скажешь ему, Шурин, привет! Шурин! Моя сестра, знаешь, что тебе? Свояченица. Свояченица пришла. А муж свояченицы? Свояк. Дима, это свояк. Маш, ты свояченица, а Дима свояк. Господи, откуда это все взялось? Я не понимаю. Кто это придумал? На улице потрясающая погода, просто ошеломительная, да? Мы еще когда привезли платье, поняли, что все, на сегодня наш день закончен. Потому что сразу же все затянуло нахрен вообще. Только что лил дождь. У вас тут ветер, я надеюсь, вы меня слышите. Но мы решили пока перерыв между дождей сходить и сделать Настюхе приятное.
купить Паше еды. Да. Мне приятно купить Паше еды. Не, мне сладенького купить. Чуть-чуть. А тот проект, о котором я вам заикался, он не откладывается, точнее, он чуть-чуть откладывается. Но я буду сейчас готовиться, как раз сегодня вечером, готовить все темы. Я думаю, что, может быть, завтра мы уже что-то подснимем из того, что я хочу вам показать, рассказать, увидеть. Я в магазине по ошибке купила крем. И там по ошибке как-то так получилось. Было написано 40+. Чисто по ошибке 40+. Я думаю, может, у меня кожа стареет просто. Ее крем загоняет в эти рамки. Вот и все. Да, в эти рамки 40+. Будьте осторожнее, девочки. Скоро я буду бабушкой. Да. Просто он был как бы, ну, недешевый, такая подумала. Ну ладно, уже по ошибке купила, что теперь делать-то? Хороший. Не стала сдавать. А он еще и не дешевый, да, был? А знаешь, что я думаю? Я думаю, если он 40+, и омолаживающий, то меня вообще должно омолодить до 12 лет. Не прокатило. Нет, не прокатило. Всем спокойной ночи, друзья. Аська уже спит. Вы меня не видите, точно. А я вам желаю спокойной ночи, удачного дня, приятного аппетита. Всем пока-пока. До завтра.